Да? Следующее, BPC. BPC. Мощнейший BPC, мощнейший комплексный препарат. Ну, знаете, его даже, ну, так, по большому счету, продуктом не поворачивается язык называть, да, то есть мы обычно говорим про продукт, то есть то, что мы едим ежедневно. Совершенно шикарный состав в отношении подбора и количества различных трав, да, все, что о нем написано в каталоге, вот то, что вы можете прочитать, все абсолютная правда, именно так он и работает. То есть можете написать напротив каталога «правда», да? То есть именно такое его действие. Но я очень люблю его использовать тогда, когда во время менопаузы или предменопаузы, менопаузы и постменопаузы у женщин начинается разбалансировка в работе сердечно-сосудистой системы. То есть начинаются перебои в сердце, как-то даже на мониторинге, да, видно, что, например, идут какие-то экстрасистолы ночные, какие-то периодически повышаются давление и так далее. То есть это комплекс для регулирования работы сердечно-сосудистой системы для мужчин и женщин в периоде менопаузы. У мужчин она тоже есть, ну, если кто не знает, да. То есть она менее выраженно проявляется, но для внимательных женщин, у супругов своих это всегда видно. Вот в основном с этой целью. То есть так, чтобы мы в каком-то там возрасте, там в 30-35 лет, вот я почему-то как-то мыслью сюда не хожу, да, с этим комплексом, с BPC. А в основном, конечно, вот именно этой категории граждан. Дозировочка действительно вот такая. По 3 капсулы 3 раза в день. 3 капсулы 3 раза в день. По 3 капсулы 3 раза в день, да. Вот это та дозировка, которая, то есть, опять же, срок приема 3-4 недели может быть расширен до 2 и до 3 месяцев. Но потом мы обычно меняем на какой-то другой комплекс для поддержки сердечно-сосудистой системы. Конкретно BPC совершенно потрясающим образом сочетается с лецитином или с омегой-3. То есть, вот, по идее, вот эти два комплекса, то есть либо BPC с омегой, либо BPC с лецитином, это абсолютно самодостаточная, очень эффективная программа для работы сердечно-сосудистой системы, регулирования. Еще немножко могу сказать, смотрите, вот на каких-то комплексах, если вы замечаете, да, есть четкие дозировки, они указаны, например, какой травы, какое количество. Да? Это значит, что эта формула разработана не самими производителями, вот, научным отделом на заводе Nature Sunshine. Если вы видите запатентованную смесь, по всем правилам, да, указан полностью состав этой смеси, потому что есть индивидуальная непереносимость, и человек, посмотрев состав, может увидеть, да, какая травочка ему конкретно не подходит, например. Да? Вот. А само соотношение, видите, оно запатентовано, потому что это секрет фирмы, как говорится. Да? И очень правильно, что они его не раскрывают, да, потому что на этом рынке конкуренция высокая, и, соответственно, секрет надо хранить. Вот, по BPC это все.